Всем привет, ребятки, с вами снова, как всегда, Волфинг, и сегодня новый выпуск программы «Мобильные обзорчики». Сегодня я хотел бы вам рассказать о такой игре, как Iron Man 3. Да, игра вышла давным-давно вместе с фильмом «Железный человек 3», но все-таки расскажу я вам о ней сегодня, несмотря на то, что она там давным-давно вышла. Это полная фигня, потому что вдруг вы не играли или забоялись скачать 1 гигабайт памяти, но вот все-таки я сейчас вам расскажу, и вы, возможно, решитесь ее скачать, а возможно и нет. Что из себя представляет игра Iron Man 3? Можно так ее назвать, опять, как всегда, раннер. Да, только здесь ты не раннер, а летарен. Или как-то леталка, как хотите, так и называйте эту игру. Летишь вперед, собираешь всякие монетки, отбиваешься от других роботов, которые на тебя нападают. Причем игра бодра, это радует, это, конечно, радует, но в основном игра радует не то, что она бодрая или еще какая-то, она радует тем, что здесь, во-первых, офигенская графика для бесплатной игры, для раннера тем более. Графика впечатляет, графика действительно хороша, геймлот все-таки знает свое дело, и игры она делать умела всегда, даже лет 5-6 назад, когда она делала первый асфальт на телефон. Как говорится, геймлофт реально знает свое дело. И здесь они сделали все прекрасно. Но есть кое-что, что не радует в Железном Человеке. Это однотипность. Вот однотипность меня как раз не порадовала. Вроде летаешь, вроде как бы все это меняется, что-то новое происходит. Но знаете, в целом-то будто ничего и не менялось. Вот летишь, просто уворачиваешься, бомбишь, стреляешь. Как бы... игра, можно сказать, обычная. Обычная стабильная игрушка на андроиде, обычный стабильный раннер, просто в главной роли железный человек. Да, но все равно это не убирает крутость этой игры. Да, и тем более игра бесплатная, может попробовать ее каждый. Поэтому, если вы не пробовали ни разу вообще раннеры, то начинать с Железного Человека 3 просто обязательно. Игра точно вас порадует, игра офигенская в этом плане. Но... знаете, все равно, это же бесплатная игра. Это бесплатная игра от GameLoft. А GameLoft, компания известна, значит, что эта компания любит? Конечно же, деньги. И донат в игре присутствует. И я бы не сказал, что здесь донат такой ненавязчивый. Да, разработчики любят донатить и любят просить денежек с игроков. Надеюсь, что это у них когда-нибудь закончится. Но, в принципе, как раз в Железном Человеке, но не чувствуется прям этот сверх суперский донат. Он есть, конечно же, но можно не донатить и получать удовольствие в этой игре. Поэтому лично я не донатил, и мне казалось, что меня все устраивает, играю, летаю, получаю удовольствие. Жалко, конечно, для меня Железный Человек представлялся, конечно, может быть, не в таком плане. Я хотел какую-нибудь другую игрушку, но эта игра ничем не хуже какого-нибудь говеного Геракла на андроиде. Игра бодра, игра интересна и, в принципе, прокатывает, если в нее играть, просто для того, чтобы расслабиться и скоротать время. Ну, что еще можно сказать по игре? В игре, конечно, присутствует прокачка, как и во всех бесплатных играх, для того, чтобы побольше с вас любить баблинского. Есть всякие внутриигровые денежки, но, как всегда, все реально как всегда. В этом плане игра обычно игра стабильная, ничего сверх какого-то ординарного здесь нет. Просто обычная игра, обычный раннер с донатом, только офигенской графикой и, в принципе, интересным геймплеем. Хотя я и сказал, что игра наскучивает. Наскучивает, да, все однотипно. Ну, геймплей-то все равно интересный, от этого никуда не уйдешь. Там по 15 минут в день, и игра не напрягает, не будет тебя заставлять ее быстро-быстро, блять, надрачивать, там удалять или еще что-то. Поиграл 15 минут в день, в маршрутке, получил удовольствие, все, поиграл тут на следующий день, и все кайфово. В принципе, действительно хорошая игра. Если вы еще не играли, качайте, играйте, получайте удовольствие. Ну а с вами был, конечно же, как всегда, Булфинг. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте этот видос. И не знаю, там, как всегда, чем вы обычно занимаетесь. Развлекайтесь и смейтесь над моими видосиками, ладно, ребят. Но, кстати, если у вас есть знакомые видеоблогеры, им нужна бесплатная реклама, то я могу им предоставить такие услуги. Пусть мне пишут в личку, на вторую страницу ВКонтакте.
Там все в теме есть, в описании, смотрите и веселитесь. Ладно, ребятки, пока, и реально играет только хорошие игры.